a beautiful sea. I just to be happy. You and I, where the diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. Where the diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. All right away. At first I loved the energy of summer rays. I saw the life inside your eyes. Shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Like diamonds in the sky. Приветствую, друзья! В рамках сегодняшнего ролика рассмотрим, наверное, одну из самых бюджетных четверок Шарм-эль-Шейха, находящуюся в Набек-Бэй, которая вызывает у отдыхающих смешанные чувства. И скажем, отзывы туристов относительно этого отеля не самые положительные. Поэтому давайте сами разберемся, какие плюсы и минусы есть в данном отеле. Ну и как обычно в конце подведем итоги. Речь пойдет об отеле Charm Bright, некогда имевший название Aqua Hotel. Начнем с того, что отель находится на второй линии в ветреной бухте Набк, и к пляжу этого отеля нужно добираться на автобусе, который по расписанию отправляется к пляжу от центрального входа отеля. На данный момент это еще то ежедневное испытание, так как отель дешевый, заполненность его даже в зимнее время доходит до 100%, поэтому можете только с третьей попытки загрузиться в этот микроавтобус, чтобы доехать к морю. Если вы приехали на пляж не в числе первых, готовьтесь лежать на песке. Свободные шезлонги ближе к 10 утра вы уже не найдете. Море мелкое, как в Скадовске, до глубины по воде идти прилично, с детьми будет нормально. Но чтобы увидеть кораллы, нужно сместиться к причалу, что находится с правой стороны. Небольшой совет, если вы молоды и приехали без детей, то лучше прогуляйтесь после завтрака к пляжу пешком. Сразу за отелем Риксос есть поворот направо, дойдя к морю, сворачивайте налево. По береговой линии к вашему пляжу идти минут 30 в районе 3,5 километров. Идя к вашему пляжу, вы будете проходить множество отелей, в том числе и заброшенных, с сохранившимися понтонами. Там, если нет злой охраны, также можно поплавать. Морская фауна в тех местах отличная. Будучи в этом отеле в 2015 году, мы часто так и поступали, потому что уже тогда было ясно, что пляж от отеля Charm Bright нам не подходит. Если честно, лежаков уже на тот момент не хватало. И это несмотря практически на полное отсутствие на тот момент отдыхающих с России. Можете представить, каково там сейчас. Еще важный фактор заполненности отелей, помимо цены, хотя она тоже здесь играет значимую роль, играет покупка путевки по системе Фортуна. Это пакетные туры для туристов по сниженным ценам, с незнанием, в какой отель вы поедете. Короче, рулетка. Если вы нашли в инете Фортуну Шарм 4 звезды, то будьте уверены на 99%, что вас привезут именно в этот отель. Так что, если вы выбрали Фортуну и она по прайсу меньше, чем данный отель, а он вас при этом полностью устраивает, смело берите. Если отель вам не по душе, даже не рассматривайте этот вариант. Редко когда по Фортуне попадается что-то приличное, особенно это касается 3 и 4 звездных отелей. Но про Фортуну и стоит ли рассматривать такие туры, в скором времени на канале выйдет отдельный полноценный ролик. Отель Charm Bright в 2019 году частично обновили, провели косметику, а также заменили мебель в некоторых номерах. Насколько я знаю, это было сделано в номерах люкс и в самом холле отеля. Теперь, заезжая в отель, все выглядит наряднее, в отличие от того, что было раньше. Также открыли для заселения туристов правое крыло и второй бассейн. Основная территория маленькая. Грубо говоря, это большой бассейн, окруженный корпусом по кругу. На территории есть немного пальм, кустарников и цветов. Также мостик через бассейн и бар, к которому можно подплыть и что-то выпить прямо в бассейне. Что немаловажно, если вы едете с детьми, тут есть даже три водные горки. Их включают в определенное время. В 2015 бассейн с горками в зимнее время был отапливаемый. В 2021 знакомые жаловались, что бассейн не отапливался, либо подогрев был настолько слабым, что вода ощущалась все равно ледяной.
Питание за эти практически 7 лет стало очень слабое. Выбор небольшой есть, но это совсем не уровень 4 звезд. Даже в некоторых тройках питание бывает получше. К примеру, если взять отель Happy Life Village. Как говорится, голодными вы здесь не останетесь. Но приведу пример. Когда-то в этом отеле в столовой угощали даже бутербродами с красной икрой. Так что раньше по питанию уровень был однозначно выше. И ладно бы еда стала хуже. Но теперь с возросшим количеством отдыхающих появились и очередя в столовой. Посуды и приборов вечно не хватает. А про стаканы я вообще молчу. Сервиса в этом отеле как не было, так в принципе и нет. Да и о каком сервисе за такие деньги может идти речь? Главное, чтобы как в некоторых отелях, не подставляли с полотенцами при выселении и в номерах ничего не пропадало. Такого беспредела и вымогательства здесь пока точно нет. Подведем итоги. Если вы непредвзятый человек и это возможно ваша первая поездка в Египет, вам точно все понравится. Однако, если вы опытный турист и были неоднократно в этой стране, а требуемый уровень 4 звезд не ниже Альбатрос или Хилтон, даже не думайте брать тур в Шарм-Брайт, чтобы потом не оставлять негативные отзывы о испорченном отдыхе. А выбор только за вами. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, что думаете о Шарм-Брайт и были ли вы в данном отеле. Путешествуйте, друзья! Будьте здоровы! Всем пока!